Добрий вечір. Наш ефір продовжує програму «В полі зору транспорту». Сьогодні у нас в студії Гржитінський, експерт Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пан Ігор, останнім часом громадськість бере активну участь у житті, ну, мабуть, в усіх галузях, в тому числі і в транспортній галузі. Минулого тижня було оприлюднено рішення міністра інфраструктури Володимира Омеляна про розпуск громадської ради, яка протягом 2 років працювала при міністерстві. Власне, ну, ваші думки з цього приводу, чи правильно було це робити? Ну, для чого взагалі необхідна громадська рада при міністерствах? Це один із тих органів, які, скажем так, опускает уровень работы министерства к более приземленному и делает определенные элементы контроля работы Министерства инфраструктуры. Насколько я понимаю, что Омелян распустил громадскую раду после того, как громадская рада на своем заседании приняла решение признать работу Министерства инфраструктуры незадовольной и фактически поставила оценку неуд работе команды Омеляна. И я думаю, что это не безосновательно, потому что те реформы, о которых постоянно с телеэкранов рассказывает министр, кроме как популизмом, ничем не подкреплены. Состояние дорог, за которое отвечает министерство, с каждым годом не то, что оно просто уже катастрофическое. Ну, Николай, яркий пример. Яркий этому. Пример, да. То, что касается уровня профессионализма, в министерстве работают все, кто угодно, только не транспортники. Я вам приведу пример, что в департаменте автомобильного транспорта из всего количества сотрудников только работают 2 человека, которые имеют профильное транспортное образование. Это говорит об уровне компетенции. И поэтому громадская рада, а кто входил в громадскую раду? В громадскую раду входили эксперты, представители ассоциаций профильных. Это и моряки, это и железнодорожники, это и портовики, это и пассажирщики, и ряд других, которые охватывают весь сегмент транспортной отрасли. Поэтому это, скажем так, специалисты с большим опытом, которые пережили не одного министра, которые понимают все процессы, которые происходят в министерстве, и они прямо критиковали бездеятельность министра, неспособность его отстроить работу в министерстве. Поэтому, скажем как, ну, министр себя повел в этом случае, как, знаете, как обиженный мальчик, которого обидели, пожурили, он обиделся и взял, распустил громадскую раду. Вы знаете, я при подготовке к эфиру заглянула на несколько сайтов, и, в общем-то, есть как позитивные оценки происходящему, так и негативные. Ну, вот, например, то, о чем вы говорили, что громадская рада вызнала незадовольную работу министерства в галузі автомобильного транспорта, залізничного, шляхового господарства, річкового та морского транспорта. И, власне, яким чином він, це ж громадська рада, яким чином він оголосив про розпуск? Ну, там по положению про громадские рады, они как бы создаются распоряжением министра. При каждом министерстве есть, утверждается это склад громадской рады министром. Поэтому вопрос заключается в том, что у нас многие министры, знаете, считают, что громадская рада должна быть тем органом, который будет скрывать всю ту дурь, которая в министерствах происходит. Поэтому, учитывая то, что в громадской раде при Министерстве инфраструктуры собрались спецы, я считаю, что, наверное, самые лучшие спецы, которые есть по своим направлениям, они, конечно, начали прямо указывать просто на дилетантизм министра и его команды в решении тех или иных принятий решений, проведении реформ. А оно же, знаете как, люди, когда, скажем так, которые понимают, о чем идет речь, специалисты в своем деле, они прислушиваются к более опытным, к более, скажем, авторитетным людям и, наоборот, приглашают их в команду, чтобы их команда смотрелась более, скажем, профессиональной. А люди, которые привыкли делать реформы наскоками,
Сегодня он делает реформу в здравоохранении, он специалист здравоохранения. Завтра он пошел железную дорогу реформировать, послезавтра самолеты запускает, ракеты. Поэтому ну, у нас, увы, сейчас время таких реформаторов. Поэтому таким реформаторам специалисты не нужны, им нужны просто пиар-менеджеры, которые будут хлопать в ладоши, спасибо за реформы, которые не понимают ни сути, ни глубины, ни тех, кого оно касается. Поэтому... Собственно, на другом сайте информация, как бы поддерживающая министра в этом решении, и там говорится о том, что ну, как бы никто не знает, ни чем занимался общественный совет, никто не знает ни одного, ни единого его члена, и хотя бы одна инициатива этого общественного совета, если основания так говорить. Вы знаете, это я читал эти комментарии, я думаю, что это писали как раз вот пресс-служба министерства, сама это и писала. Потому что ну, больше, скажем так, больше дури написать никто не смог. Потому что в Громадской раде, насколько я знаю, присутствуют два бывших министра транспорта. Это Костюченко и Орест Климпуш. Это первый министр независимой Украины, и Костюченко, это, наверное, один из самых эффективных министров транспорта. Оттуда там присутствуют представители, я говорю, опять же, профильных ассоциаций, которые связаны, моряки, портовики, это ну, самые авторитетные люди в своих отраслях. Если министр этих людей не знает, ну грош цена этому министру, я прямо так и скажу. И если министр не использует их потенциал, с ними не ведет диалог, что касается реформ, то не Громадская рада должна делать реформы, а должны делать профильные специалисты министерства. А Громадская рада указывает на ошибки или просчеты введения. А у нас доходит до того, что не раз на Громадскую раду приходили заступники министра инфраструктуры и просили, чтобы представители общественных организаций дали своих специалистов, чтобы помогли разработать тот или иной документ. Они фактически, они пусть лучше разберутся, кто у них чем занимается в министерстве, или вообще кто-то чем-то там занимается. Поэтому... Ну, собственно говоря, о работе министерства в прошлый раз, когда мы встречались в этой студии, мы говорили об изменениях в сфере пассажирских перевозок. Есть ли какие-то изменения в связи с тем, что поступает большое количество заявлений о том, что, в общем-то, серьезная доработка нужна? Вы знаете, то, что реформы нужны и не только в транспорте, это мы признаем и мы говорим, да, реформы нужны. Но реформы должны нужны не ради реформ, а реформы должны быть ради модернизации, ради улучшения качества услуг, ради доступности этих услуг для населения. А когда реформы просто делаются для того, чтобы поставить галочку, а в нашем случае это просто происходит, почему реформа? Что в Европейском Союзе получили грантовые деньги на проведение либеральных реформ в транспортной гаузе. Деньги они освоили очень быстро. А надо же потом что-то европейцам показывать, ну, куда же они освоили эти деньги. И начинаются, просто внедряют какую-то дурницу под видом реформ. Когда им специалисты объясняют, что, ребята, вы неправильно делаете, если не можете сами довести до ума, давайте мы поможем, профильные специалисты доработаем все это. Они потом, когда все профильные специалисты поставили оценку не, вот говорят, что реформы никудышние, они что делают? Не пройдя согласование, там получается, когда проекты выносятся на кабинет министров, они должны быть согласованы с профильными ведомствами, там Державная регуляторная служба, ряд других организаций, Минюст. Получается, Мининфраструктуры, не получив согласование Державной регуляторной службы, не учли замечания Министерства юстиции, выносят эти реформы на кабинет министров. Ну, фактически, знаете, позиция такая, что вы нам не говорили, мы сделаем все по-своему. Поэтому, вы знаете, адекватность этих людей, которые работают в министерстве и которые этим занимаются, у меня вызывает большое вообще такое, ну, как бы, ну, сомнение. Потому что люди, которые адекватные, так себя не ведут. Когда, как бы скажем, на алтарь поставлена судьба целой отрасли, специалисты говорят, что нельзя в таком формате принимать и дают свои замечания, они говорят, да, мы согласны, да, а потом берут и делают все наоборот. Поэтому уровень команды Министерства инфраструктуры, наверное, требует уже принятия каких-то кардинальных изменений, потому что, я думаю, если у нас такие реформы будут еще хотя бы год длиться,
то мы будем ездить на ослах и плавать на лодках, потому что по-другому передвигаться не сможем по нашей стране. И, увы, скажем так, эта пагубная тенденция показывает то, что у нас вообще как бы те, кто проводит реформы для людей, они вообще не, как бы находятся в какой-то, знаете, в потустороннем мире. Они вообще не понимают, как живет народ, на чем он ездит на работу. На чем тогда основываются их реформы? А вы знаете, они вот взяли себе в команду молодых симпатичных парней, так называемые евроинтеграторы, которые либо учились за границей, либо, скажем так, имели определенный финансовый ресурс родителей, чтобы они там путешествовали по загранице. И вот теперь увидели, как красиво за границей, и пытаются свои ощущения перенести в законопроекты. Надо понимать реалии Европы и реалии Украины. Ну, если Европа... И исходные точки, наверное, в том числе. Мы вопрос говорим... Не трожьте вы законы. У нас многие законы лучше, чем европейские. Вопрос заключается в том, что у нас многие законы просто не выполняются. Если у нас, скажем так, если у нас контролирующие органы, органы государственной власти, которые должны следить за порядком в транспортной сфере, это не делают, то вы меня извините, но от того, что вы напишете три закона, один лучше другого, но если эти люди ничего не делают, что изменится? Вот николаевцы очень часто жалуются на качество подвижного состава в городе Николаеве и Николаевской области. И мы же прекрасно понимаем, что в большинстве своем этот подвижной состав не должен выезжать на рейсы, потому что он не соответствует ни безопасности, ничему он не соответствует. Но у нас этот подвижной состав умудряется выигрывать, проходить конкурсы. Этот подвижной состав умудряется выезжать и ездить. Водители в этом подвижном составе уже не боятся никого, хамят, грубят, оскорбляют. Выгоняют людей, пассажиров. И им за это ничего нет. Мы сколько в передачах поднимали этот вопрос, что конкурсы шельмуются в угоду тех или иных перемозчиков. Это же факт. Все слушают, да, вот правильно, но ничего не меняется. Меняются мэры, меняются губернаторы, а, как скажем, беспредел как в транспорте был, так и остается. Поэтому вопрос заключается в том, что у нас население очень часто думает о том, что кто-то придет и что-то сделает, кто-то улучшит. Да надо уже четко всем понимать, что мы сейчас вступаем в либеральный рынок, а в либеральном рынке хищник, у которого зубы поострее, тот и прав. Поэтому, если мы не будем самоорганизовываться, объединяться в какие-то ассоциации, организации и защищать свои права, перспективы нет. Сам по себе транспорт пассажирский, он не улучшит свои обслуживания, потому что бизнес будет вести себя так, как позволяет ему общество. Если общество позволяет, скажем так, хамски относиться по отношению к себе, так бизнес и будет себя вести. Поэтому это сущность капиталистического образа жизни, хотим мы или этого нет. Поэтому почему на Западе очень, скажем так, развитые лоббистские структуры, структуры, которые связаны с общественным мнением, потому что у них идет очень серьезное уравновешивание. У них только бизнес, только работает в тех рамках и по тем критериям, которые прописало им общество. И власть это контролирует. Так оно правильно развивается. А у нас получается, бизнес контролирует власть. У нас махновщина. Да, контролирует власть. Сам себе утверждает тарифы, сам себе утверждает порядок движения, ну и много всяких фактов. Сам определяет, кто у него будет работать за рулем. Вы же поймите правильно, мы когда с министерством затронули вопрос реформ, вы поймите правильно, о чем можно разговаривать с работниками министерства, если они говорят такую дурь. Автостанции в Украине не нужны. Это не прямо говорят. То есть это один из ключевых моментов реформы, о которой... Говорят, не нужны. Они говорят, должен быть свободный допуск до рынка. Ну вы меня... Я не прав. Но я им объясняю, говорю, ребята, какой свободный допуск до рынка, если мы говорим о безопасности людей. Транспорт является, это зона повышенного риска. Сюда не то, что... Свободный рынок, сюда должен особый допуск быть. И нельзя кого попало допускать за управление транспортным средством, потому что идет вопрос безопасности людей. Вопрос заключается в том, что
насколько на Западе либеральные реформы, но не дай бог ты нарушил технику безопасности по перевозке пассажиров, ты никогда свою лицензию при этой жизни уже не получишь. Это. Но у нас есть лицензирование? У нас есть лицензирование, но у нас оно формальное практически. У нас. И там, чтобы возить людей, помимо того, что у тебя должен быть подвижной состав, у тебя должна быть залоговая сумма у предприятия на случай, если вдруг что-то случилось, какое-то ЧП, что ты сможешь потом покрыть расходы. А у нас, говорят, у нас либеральный рынок, если человек вчера отсидел, освободился, сел за баранку маршрутки и начинает рысачить по городу. И это нормальные вещи, это идеология этого министерства. Поэтому мы в корне с ними не согласны. Нельзя делать свободный допуск к рынку всем кому угодно. Но государство должно обучать и готовить специалистов. То, что 20 лет у нас сейчас никто никого не готовит, у нас завтра не будет ни слесаря, ни водителя. А проблема с водителями сейчас какая? Те люди, которые добросовестно относятся к своей профессии, они сейчас все уезжают в близлежащие страны. Чтобы понятно было, Прибалтика, Польша, зарплата водителя 1200 евро. Все наши водители, которые работают на международных маршрутах, они туда, в Европу, когда выезжают, им сразу предлагают работу, и они там остаются. Поэтому, а у нас кто остается? У нас остается тот, кто, знаете, его уже никуда не взяли. Он работать не хочет, но пойду работать на маршрутку. А сколько у нас фактов, что за рулем они либо обколотые, либо выпившие? Это ж не единичные факты. Ну да, это... И вопрос заключается в том, что мы говорим, где в этом процессе государство, где контролирующие органы, где полномочия полиции, где полномочия Укртрансбезпеки, чем они занимаются, контролируя это. Понимаете, вопрос, нельзя, когда мы строим только одни коррупционные схемы, а потом ищем крайних. Понятно, что вот мы и получаем, если мы не, я обращаюсь к нашим телезрителям, поймите правильно, если мы будем только дома сидеть и критиковать, а ни в чем не участвовать, если мы не будем требовать, если мы не будем добиваться, если мы не будем писать, ничего не изменится. Потому что если проблема не озвучена, если проблему никто не поднимает, значит, ее как будто не существует. Так получается. А если мы говорим о полномочиях контролирующих органов, они остаются? Вернее, должны ли они остаться, по мнению министерства? Понимаете, вопрос заключается в том, что если будет либеральный рынок, а либеральный рынок подразумевает, что значит, автостанции нам не нужны, отправляться можно откуда хочешь и когда хочешь, и в каком хочешь направлении, и нам говорят, вот свободный рынок опустит цены на проезд. Я вам приведу пример. В Николаеве. Вы мне скажите, хоть одна реформа в Украине заканчивалась, чтобы что-то подешевело? Или что-то стало лучше? То же самое будет и с транспортом. Я вам объясняю. Вот очень часто люди жалуются, что вот перевозчик не хочет ехать, пока не наполнится маршрутка полностью людьми. Представьте, а тут две маршрутки будут ехать, которые будут наполовину пустая одна и вторая. Вы хотите сказать, что один и второй опустит стоимость проезда? Да он если будет ехать, у него пол маршрутки только людей, значит он два раза поднимет стоимость проезда, чтобы компенсировать себе ту прибыль, которую он недополучил. Поэтому, понимаете, принимаются такие вещи, предлагается то, что вообще как бы с экономикой реально не связано. Поэтому мы говорим, что это неправильно, нельзя делать так. Учитывая наши реалии, появится ли эта вторая маршрутка на линии, учитывая, вы наверняка помните этот случай, когда сожгли транспорт перевозчика. Ну, это мы опять же говорим. Пустят ли на рынок? То, что касается сожгли транспорт, это мы опять говорим, о уровне государства, о уровне власти в городе и в регионе, и в стране в целом. Понимаете, если власть не обеспечивает инвестиции, сохранности, если власть, скажем так, закрывает глаза на то, что могут спалить маршрутки, могут уничтожить чей-то бизнес, то понятно, что никакие инвесторы к нам не придут. Инвестор приходит там, где ему права защищены. Поэтому, если вот еще на предыдущих передачах мы критиковали, что вот проходят конкурсы, и городские власти, областные власти умышленно не требуют от перевозчиков улучшения подвижного состава, то сейчас я вам хочу сказать, сейчас настала такая критическая ситуация в отрасли, то сейчас можно уже и требовать обновления подвижного состава, только они не смогут сейчас обновиться. Потому что сейчас экономика транспортных предприятий такова, а экономика транспортных предприятий складывается с чего? С уровня жизни наших громад. Уровень населения за последние два года в 3-4 раза упал.
Платежеспособность населения в 3-4 раза упала. О чем это говорит? Нет денег покупать себе вещи, нет денег на проезд. Почему мы сейчас говорим, что даже тот проезд там, на дачу или еще куда-то, он для человека становится роскошью, потому что человек настолько сейчас обнищали в своих доходах, что им даже на дачу поехать, это для них это сейчас проблема. Поэтому, соответственно, это бьет бумерангом по транспортным предприятиям. Да, они привыкли раньше получать там определенную, скажем так, прибыль. Но я вам сейчас такой приведу пример, чтобы понятно было. Если до, скажем так, всех этих процессов перевозчик возил по 3 гривны, и 3 гривны было при курсе доллара 8, это было 40 центов, то сейчас он возит по 4 гривны, а при тарифе при долларе 27 это 15 центов. А все транспортные средства покупаются к привязке к доллару, потому что в Украине мы так докировались, что автобусы межгородского, межобластного класса, которые мы подписали с Евросоюзом Евро-5, в Украине не выпускаются. А чтобы завести автобусы с Евросоюза, которые стоят 100-200 тысяч евро, а то и выше, мы должны 50% заплатить пошлину на границе. Поэтому государство сделало все, чтобы подвижной состав в Украине не обновлялся. Программы поддержки отечественного муниципального транспорта в городах, которые бы давали какие-то лизинговые программы, кредитные линии для обновления подвижного состава, в государстве нет. Поэтому, хотим мы это или нет, не надо быть большим волшебником, сказать, что, уважаемые жители Николаева, нет экономических предпосылок к обновлению подвижного состава как в городе, так и в области, так и в Украине в целом. Ну, если уж мы заговорили про область, на прошлой неделе состоялся митинг жителей села Новая Богдановка, это Николаевский район, возле облгосадминистрации. Они протестовали против повышения тарифов на проезд. Вскоре, не знаю, к ним ли, но с подобными требованиями выступили и жители Старой Богдановки. Вот прокомментируйте это, пожалуйста. Понимаете, это как раз возвращаемся к тому, что бизнес будет себя вести так, как мы ему позволяем себя вести. Если в области есть один монополист, который процентов на 70 монополизировал рынок областной по перевозкам, то понятно, кто ему указ. Ему позволили сделать монополию, и он теперь диктует свои условия. Любой бизнес, он по своей сути хищнический, он не социальный. Каждый бизнесмен думает, как больше заработать, а не как кому-то больше помочь. Поэтому, если люди, скажем так, и чиновники сделали все, что этот бизнесмен вырос до таких размеров, государство не предложило никакие механизмы стабилизации, или, скажем так, чтобы урезонить этот бизнес, фактически бизнесмен себя так и ведет. И я вам хочу сказать, что власть, по большому счету, здесь, кроме как губернатор, в этот процесс никто не может вмешаться. Потому что все чиновники ниже уровня, они, как правило, в какой-то степени находятся в одной связке с этим перевозчиком. Потому что они под него проводят конкурсы, они под него согласовывают графики движения. Фактически, по закону, сейчас перевозчик может самостоятельно, исходя из своей экономической целесообразности, определять стоимость проезда. Что он и делает? Он не нарушает закон. Но вопрос заключается в том, насколько обоснован его проезд к его подвижному составу. Когда мы видим, на некоторых маршрутах ездят автобусы, которым по 30, по 40 лет, они еще, как говорится, еще Советский Союз застали. А сейчас они ездят на наших маршрутах, какая безопасность? Но почему? Но эти все вопросы, они не вчера появились. Сегодня мы уже видим как следствие, потому что все эти годы всем было безразличны интересы громады. Поэтому, если громада не будет отстаивать, я посоветовал бы людям, тем, которые выходили, все-таки добиваться встречи с губернатором, потому что я говорю, что в этом вопросе можно поставить точку губернатора. Все ниже чиновники, они, как говорится, в теме и в доле, поэтому ничего там толку не будет. Также я обратился бы к нашим телезрителям, что еще есть такой орган, как Укртрансбезпека, но если брать региональное отделение, то это такого же уровня чиновники, как я и говорил предыдущие. Надо писать именно Укртрансбезпеку в киевский офис, писать на бездеятельность николаевского структур. У них есть рычаги и проверки, и контроля, и качества услуг, которые предоставляют.
и так далее. Но поймите правильно, если мы с вами, не кто-то за нас, а если мы с вами не будем заниматься этим контролем, никто за нас не сделает. Никакой дядя с Киева не будет проверять качество услуг в Новобогдановке и так далее. Поэтому, если хотите что-то менять в своей жизни, значит, участвуйте в тех процессах. Понятно, что всем хочется, чтобы оно как-то само собой все рассасывалось, но, увы, не рассасывается. Все такое хуже и хуже становится. Ну, в принципе, маленькую победу люди могут праздновать. Я не знаю, насколько она долгосрочная. С 18 гривен перевозчик вернулся, стоимость проезда до 13 гривен. Значит, в принципе, ну, нормально экономически. Вот давайте вдуматься, с 18 до 13, это на 30%, да, если я не ошибаюсь, ну, где-то так, если брать, перевозчик снизил стоимость проезда. О чем это говорит? Ну, когда там на 5% снижает, я понимаю. О чем это говорит? Что настолько была дельта задрана стоимости проезда, и опять же, как в унисон моих слов, подтверждение, что люди начали бороться за свои права, они добились снижения тарифа. Поэтому, как говорится, дело рук утопающих в руках самих утопающих. Поэтому, как говорится, боритесь, что могу вам сказать. Власне, тепер правди добуватимуться жителі Старої Богданівки. І, наскільки я пам'ятаю, там дачний якийсь кооператив. Пане Ігорі, я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за компетентну думку. Зустрінемось в ефірі. На все добре. Спасибо.